Напомню, вертолет упал во двор жилого дома накануне около 14 часов дня. Падая, он повредил опору линии электропередачи, два автомобиля и постройку во дворе частного дома. Действительно, подворье пострадало. Там летняя кухня разрушена. Пострадали два легковых автомобиля наших жителей. В этой связи я дал поручение исполняющему обязанности Адлерского района Сергею Ивановичу Петрову, чтобы он вместе со страховыми компаниями и со службами полиции определили степень нанесенного ущерба. И естественно, что этот нанесенный ущерб будет передан тоже той компании, которая осуществляла здесь полеты. Вертолет принадлежал авиапредприятию «Ельцовка» из Новосибирска. По предварительной информации Росавиации, людей перевозили незаконно. Лицензии на такую деятельность не было. Сейчас транспортная прокуратура по факту крушения продолжает проверки. Рассматривается две версии произошедшего – отказ техники и ошибка пилота. И добавлю, что в результате ЧП пострадали 5 человек, еще двое погибли.